аспанда күн дөңгелейді. Көкірегімде тағдырымның сыры кернейді. Өмір керуен тоқтамайды, кешіп жалғанды. Көріп келем сол көшпенен тағдыр салған. С момента обретения независимости Казахстана на историческую родину вернулось около 5 миллионов наших соотечественников из-за рубежа. Возвращение этнических казахов – вопрос не только демографический, это еще и возможность улучшить качество жизни в Казахстане. Ведь среди них есть большие профессионалы, которые вносят огромный вклад в развитие страны. Среди них и Шугла Сапаргалигза, талант и самоотверженный труд которой признан миллионами людей. Шугла Сапаргалигза родилась в Китае в 1971 году. Место рождения – областной центр Иле Казахской автономной области, город Кулжа. Отец был директором местной казахской школы, мама – учитель. Всю свою жизнь посвятила обучению детей. Родители всегда говорили, что у себя дома мы не должны забывать о том, что мы казахи, значит, и говорить должны на казахском. Благодаря их настойчивому воспитанию я не забыла наш родной язык, наши традиции и религию. Воспитание, данное родителями, дало свои плоды. Родное, национальное стало очень близко. Шугла все время пела казахские песни и танцевала народные танцы. Я думаю, что для каждого человека его будущее предрешено свыше, то, чем он будет заниматься. Судьба распорядилась так, чтобы я занималась танцами. Путь к профессиональному танцу начался еще далеко в детстве. Когда Шугла училась еще в 5 классе, заметив, как она хорошо танцует, ее приняли в хореографическую школу в Пекине. В то время я думала, ну раз я поступила сюда, значит, надо стараться хорошо выучиться и потом уже поступить в университет и, став профессиональной танцовщицей, работать в столице Китая. Такие цели я ставила тогда перед собой. Для достижения этих целей она усердно перенимала опыт известных профессоров и академиков. После окончания учебы ее пригласили в Центральный ансамбль музыки и танца. Это большой коллектив из 500 человек, которые танцуют танцы 56 национальностей со всего мира. Работая в этом коллективе, она стала лауреатом международных конкурсов в Италии, Франции и Корее. Мен айтар едім, бұл кім, біз тарықта қалсақ, Шугла Айседора Дункандай болып тарықта қалады деп ше. Табағыл.
Я бы сказал, что Шугла будет величайшей танцовщицей, такой, например, как Майя Плисецкая, ведь она не уходила со сцены до своего 80-летия. Я бы хотел, чтобы Шугла также оставалась на сцене как можно дольше. 80 жасынан өткенде да билейді. Мен Шугладаға да соны қалай тілім. 80-нен өтсе дағы, жасы үлкен болса дағы, билеп сахнада жайнап, жадырап жүрсін қалар елім. В 1996 году талантливая танцовщица впервые выступила перед соотечественниками в Казахстане. Немного позднее она выступила в развлекательном шоу «Тамаша» к 150-летию Жамбылжабаева. Халқыма өте ризамын, халқ келгеннен кейін осындай мені Я очень благодарна людям, как они очень тепло принимали меня, несмотря на то, что я приехала из Китая. Ведь здесь, в Казахстане, столько своих танцоров. Сегодня я могу сказать, что я готова служить и своей стране, и своему народу. За это короткое время Шугла Сапарғалиқызы заслужила любовь и признание своего народа. Деятели культуры и искусства страны заявили, что должны привести ее в Казахстан, что ее талант должен способствовать развитию отечественного танцевального искусства. Затем первый президент обратился к проживающим за рубежом этническим казахам. «Казахстану нужны наши талантливые соотечественники» и пригласил их в страну. Впервые нашего первого президента я увидела во время его визита в Китай. И тогда уже я поняла, как он переживает за свой народ, за то, что много казахов живет не на родной земле. И где бы он ни бывал, он говорил о том, что историческая родина ждет нас. И так получилось, что именно меня, одной из первых из Китая, пригласили на родину. Есть пословица: чем быть султаном в стране чужой, лучше быть подметкой в стране родной. Эти слова особенно понятны на чужбине. Я очень рада, что президент оценил мое творчество и поверил в меня. Хотя я и стала известна в Китае, в моем сердце всегда было отдельное место для родной земли, говорит танцовщица. Для меня большая честь вернуться на историческую родину, показывать свое искусство на большой сцене. Возможность говорить на родном языке и быть обладателем голубого паспорта Казахстана – это просто такое счастье, которое трудно выразить словами. Я очень благодарна Казахстану, что нас здесь приняли очень тепло, с любовью. И такое отношение всегда дает нам силы, поддержку, духовную пищу. Она стала прима-танцовщицей президентского оркестра, балетмейстером театра оперы и балета имени Куляш-Байсеитовой, а также преподавала в Евразийском национальном университете имени Гумилева, открыв там школу танца «Шугла». Много лет назад, когда я открыла свою школу в столице, первые выпускники моей школы танца успешно закончили обучение и стали очень хорошими исполнителями и хореографами. В нынешних условиях нам необходимо и дальше развивать казахский танец, сохраняя национальный рисунок народного танца. Например, в моей школе изучают не только танцы многих народностей, но и историю, обычаи, природу, самобытность, философию народа. Только познав историю и культуру другого народа, можно понять, как исполнять тот или иной танец. В этом смысле молодежь, которая изучает танцевальное искусство, хорошо образована, говорит Шугла Сапарғалиқызы. Я
жастарға өте риза болатыным, қазір бір бағытта, бір сарында қалып жатқан жоқ. Осы қоғамның жағы асына лесе отырып, біздің әзіргі жастарымыздың да театрын танушы үлкен. Я действительно очень благодарна молодым людям, ведь сейчас они не стоят на месте, а развиваются в разных направлениях. Они и драматические актеры, они и танцуют, и поют. Это меня очень радует и придает мне сил и уверенности в завтрашнем дне. Они не остались только актерами, они многогранны и универсальны, и они целеустремлены. Өйткен тек олар актриса, актер болып қалып қаған жоқ, қайсек біз билейміз деп, қайсек біз сол кәсіби бишілермен тең боламыз дегендей бір несі, сондай ынталары күшті болып жатыр. Неважно, на какой сцене и в какой стране я танцую, моя главная цель – показать, что я представляю Казахстан, познакомить зрителей с нашим национальным искусством. А казахский национальный танец – это мой оберег. Он зажег мою звезду, говорит наша героиня Шугла. Сегодня она сосредоточила свои силы на хореографическом украшении сценических постановок. Маған әзір көбіне соңғы кездерде осындай бір үлкен сапалы да и салмақты өзіндік бір мән мағынасы бар, терең бір ойды толғайтын қалыпқа бір берер несі бар. В последнее время мне очень нравятся наши постановки. Они и высокохудожественные, и значимые для людей. Ведь они воспитывают нашу молодежь и позволяют расти нашим молодым талантам. Последний спектакль, который мы играли все это лето в Государственном драматическом театре имени Мухтара Ауэзова, это «Аттила». Работа, которая будет представлена искушенной театральной аудитории, должна быть очень весомой и значимой. В этом контексте многие обращаются за советом к опытному специалисту по танцевальному искусству Шугле Сапаргалигзе. Білесіз бе, мына кей біз жаңа эле жұмысты баштағанда, мына біз бүгін Мұстай Кәрімдің «Ай тұтылған түнде» деген шығармасының үстінен іштеп жатамыз. Знаете, в тот момент, когда у нас зародилась идея создать пластический спектакль, тогда все мне сразу посоветовали обратиться только к одному специалисту – Шугле Сапаргалигзе. Ошону чакырыш керек, ошол менен бирге иштеш керек деп. Ошондуктан биз ким Шуглага кайрылдык. Казахский танец – это оригинальное искусство казахов. Это сокровище, которое должно передаваться из поколения в поколение. И Шугла Сапаргалигзе считает своим долгом пропагандировать среди молодежи любовь к народному танцу. Поэтому всегда и всюду она не устает делиться своими знаниями. Негізі Шугла апаймен бірінші рет жұмыс істеп жатырық. На самом деле мы впервые работаем с Шуглой Сапаргалигзе. Это стало большой честью для нас, потому что мы много хорошего слышали о ней. С первого дня, как мы пришли сюда, она своей мощной энергетикой создала такую атмосферу, что влюбила в нас в себя, и как в профессионала, и как в человека. Шугла Сапаргалигзе создала школу танца и в Алматы, и здесь есть ее последователи. Те, кто знает цену казахскому танцу, национальному искусству. Она внесла свой неповторимый почерк в казахский танец, говорят искусствоведы. Я сразу сказала Шугле, что она привнесла в национальное танцевальное искусство что-то новое, то, чего никогда не было в Казахстане. В каждом танцоре есть своя жизнь, своя изысканная изюминка. Шугла – сильный мастер, признанный танцор во всем мире. На данный момент у нее около 100 танцев в сольном исполнении, более 30 из них казахские танцы, а именно «Шына», «Экляру», «Борте», «Тотекус», «Таос», «Лунный свет»,
оригинальные произведения «Шугла Наза», «Китайский ленточный танец», «Солнечная девушка» и другие шедевры танцевального искусства. Он билерінде парасат бар, білім бар, әдемілік бар. Маған шұғыла бұрыннан жаңағы мен шұғылан 2000 жылдардан бастап білем, осы Қазақстанға жарқ етіп келіп, ана тотығыс бейін билеп еді ой. Сонда... В ее танцах есть мудрость, знание, красота. Я знаю Шугылу с 2000 года, когда она впервые появилась в Казахстане. Я думаю, что нам очень повезло, что она вернулась в страну, что она делится своим опытом и творчеством с нами. Шугыланың келіп бізге бей қойып жатқандығының өзі үлкен табыс. Танец рождается не на пустом месте. Танец несет определенную идею. Поэтому танцор должен быть мыслителем, понимающим все тонкости жизни. Танцор должен быть одновременно и актером, который может передать ту или иную историю. Это своего рода как бы и напутствие танцовщицы молодому поколению. Мы не можем танцевать так, как Шугыла Сапаргали-кызы. Для этого нужно много работать, и мы порой стараемся вытянуть свое выступление, используя актерское мастерство. Она же может передать все эмоции одним только танцем. Я считаю искусство своей жизнью. Различные трудности, с которыми я столкнулась в своей жизни, не ослабили мою любовь к искусству, а даже как бы усилили ее. Чем бы я ни занималась, я ищу во всем движение и гармонию. Мне кажется, что весь мир состоит из ритмичных, упорядоченных и полноценных движений, говорит Шугыла Сапаргали-кызы. Мен, мысалы, дайындық, ертен концерт болса, мен соны бүгін дайындалып отырсам, әр музыкасын естіген кезде... Готовя свой танец, я с момента репетиции и до самого концерта помню мелодию и ритм. Они не покидают меня до самого выхода на сцену. Например, когда я закрываю глаза и слушаю музыку, я могу представить себе всю сцену. Где, как, какие движения и так далее. Каждый элемент. Сақынаны елестетіп, қай жерден қалай... Қай, мысалы, қандай қимылдар болу керек, қай жер, қай буынның, қай нен қимылдау керек дегендей, оның барлығын әрбір клетка дейміз ғой, сол кешен оның бәрі жұмыс деп отырады. Моя душа такая же красивая, как этот танец. На родной земле я не только занимаюсь любимым делом, но именно здесь я познала счастье материнства, говорит наша героиня. Үш балапанымыз бар, өз отбасым нағыз. Енді менің өзің семьям жаң айтады ғой. Алтынан тақ, алтынан күмбез. У меня прекрасная семья. Трое детей, любимая работа, хорошие друзья. Это мое главное богатство. Мы живем в свободной стране на родной земле, среди своего народа. Счастливо проводим время. Что еще нужно в этой жизни? Я өзімнің өмірімді сөйте күндекті жұмысымнан басқа кездерден. Өзімнің жақын адамдармен бірге өткізетін, өзім отбасым, семьям. Бұған не жесін бұл өмірде? Я поняла истинный смысл слов «Родина начинается с семьи именно на родной земле», признается наша героиня.